Зарицу еду. Блин. Как вас зовут, кстати? Меня Олеся, ее Катя. Еще нигде. Сейчас будем пить. Итак, друзья, нужно подвести итоги вчерашнего дня. За вчерашний день было сделано очень много, хоть и не совсем то, что запланировано. Первое, мы стартовали, наверное, около 8, может, там, 10 часов, сейчас я точно не помню время, из дома Арама и отправились на самую короткую в мире реку Рипроа. Ну, река как река. Пешком прошагали некоторую часть Гагры, посмотрели, что все у них там клево и туда есть смысл вернуться, но уже после того, как мы лазим по разным задницам Абхазии, то есть залезем во все самые странные и самые интересные природные уголки. После Гагры я поймал попутку с девчонками до озера Риц и немного походил там. Озеро определенно стоит того, чтобы съездить туда. Если вы не боитесь холодной воды, там есть небольшой пляж, на котором есть возможность купаться, но основная часть озера не предназначена для купания. Вода действительно холодная. Вода попадает туда прямо с горы, то есть из реки. И она холодная. Вот. Позагорать, покататься на сап-досках. Это вот не туда точно. То есть там можно покататься на катамаране, покататься на моторной лодке, сделать клевые фотки. Озеро выглядит очень круто. Но находится достаточно далеко от основной трассы, которая идет вдоль всей Грузии, которая идет вдоль моря. После этого я отправился на заповедник, отправился в заповедник, Мичурско-Пицунский заповедник, и это было уже достаточно поздно. По пути меня подбросил полицейский, который как раз работал на озере Риц, и еще двумя попутками, сначала до поворота с постом на заповедник, значит, и потом после достаточно продолжительной ходьбы один из местных меня подбросил до самого кемпинга, который тут находится. Кемпинг, кстати, очень клевый. Я даже не ожидал, что все это будет выглядеть так. Когда проверял кемпинг на озере Риц, неожиданно обнаружил, что как такового кемпинга вообще нет. На озере Риц стоят здания полуразрушенные, ну и в общем никакого кемпинга там нет. Поэтому, если вы рассчитываете переночевать на озере Риц, этим заниматься там не нужно.